красоты, личные рекорды. В Чебоксарах разыграли медали среди мастеров спорта по прыжкам в шестом. Соревнования проходили в новом, набирающем популярность формате, вне стадиона. Ей нет равных. После планки 4.65 Анжелика Сидорова оставила соперниц позади, продолжив покорять высоту. Лидер сборной страны была готова взять и высоту 4.80, но все планы спутал дождь. Впереди старты на престижной бриллиантовой лиге. Турнир в Чебоксарах стал поводом проверить свои силы. Я очень рада, что мы в России тоже начали проводить такой формат, потому что это очень здорово. И для нас поддержка такая, ну, совсем по-другому, чем на стадионе. И для зрителей понятнее, они ближе, они видят все. Формат прыжков не стадиона среди российских легкоатлетов апробировали впервые в прошлом году и именно в Чебоксарах. Для шестовиков на Красной площади оборудовали специальные дорожки. Борьба за медали среди лидеров зимнего сезона. Спортсменок поддержал и глава региона. Пришли поклонники, болельщики данного вида спорта и вообще любители, неравнодушные люди. Столько эмоций, столько позитива и спортсменов вдохновляют наши горожане. Поддержка горожан помогла Ирине Ивановой. В Чебоксарах ей удалось преодолеть свой же рекорд в летнем сезоне и занять второе место. Второй старт, так что я думаю, нормально. Лучшего рекорда. Ну, я думаю, на мир надо выполнить норматив, потому что он был. На чемпионате будет отбор. Впереди новая планка, сотый чемпионат России по легкой атлетике, который также пройдет в столице региона с 24 по 27 июля. Дмитрий Ковалев и Борис Андреев. Республика.